Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами продолжаем слушать синглы за последние пятницы. Новый сборник, в котором будет рекордное количество треков среди сборников на данный момент, целых 8 треков мы сегодня с вами послушаем, это реально много, это предпоследний сборник за последнюю пятницу. Вот, за последние пятницы. И сегодня у нас в программе будут такие треки, как Эйко и In Space Перелом, Маптов Мне Пора, Кирюша Не Спал, Cold Carty и Beamer Light, Все Именно Так, Second Hand и Freak Party Боль, Simi и Ice Gear Gerd Ultima, Simi Rap Game Center, Джарахов Пасмурно и Кунзай Fit Love Me How подпевали типа. Треки, которые набрали от 6 до 5% в нашем телеграм-канале, да, ссылочка в описании, голосуйте за любимых артистов каждую пятницу. Также не забывайте про Twitch, на Твиче у нас вот такие прогнозики. Ой, интересно, нас не верят только в 3 трека, не верят в Маптова, не верят в Cold Carty, не верят во Freak Party. Угу. Интересно, во всех остальных что-то допоставлено. Окей, давайте смотреть, что это такое, что это за треки. Я думаю, что сборник будет прикольным, разнообразным. У нас есть рок, SoundCloud, лирика, рейв, вот стокси. Бля, чего только нет, попса даже ебаная. Бля, охуеть. Очень насыщенный сборник у нас планируется, друзья. Первый трек мы начинаем. Это In Space и Айко Перелом. Что вообще дропалось? За In Space мы не следим, за Айком мы следим. А, ну, я понял, да. В общем, жду, наверное, по-прежнему качества, какого-то развития в творчестве хотелось бы увидеть. Но сейчас посмотрим, что это в итоге такое. Да. Let's go. Let's go. Let's go. Перелом. Это... А, фу. Я подумал, епишка. В невесомости. Продакшн знаем. В чем двусмысленность? Не понял строчку. Окей. Звук, да, был этот хруст. Хорош. Ну, допустим. Бля, ну это что-то не совсем стандартное для них. Ну, не стандартный рок. Ну что это такое-то, роковая хуйня разве? Не сказал бы. Но мне не нравится подача In Space. Ну да, это типа сзади фон. О, это хороша была. Вот это мне не нравится. Бля, зовите Адлина нахуй, срочно. Бля, охуеть. Наконец-то что-то новое от них. Охуеть. Но In Space мне не заходит тут. Ну-ка. Как перелом, круто произносит. Припев хорош. Я только не понял, в чем смысл, вот двусмысленность здесь в чем. И она есть тут? Как мысль о ней как перелом, что это значит? In Space мимо в припеве, имха. Ну это интересно, да, это что-то новое от них. Фонг, блядь, речь.
Перелом как перелом, типа поменялось что-то. А, переломный момент. Ну, окей, что-то понял. Вау, ну типа я удивлен. Я удивлен, сильно удивлен, честно. Типа, Эйка всю жизнь в роке и пытается летать на другой жанр, но хуя лезь, если ты артист одного жанра без разнообразия вообще в творчестве. Так, ну типа это так себе предъяло, все равно в любом случае. Вот мы на вышел покурить об этом обсуждали. Типа, с одной стороны, да, грустно осознавать, что чел типа берет и придает жанр, типа вроде в роке там дохуя ты, да, или как вышел покурить вот в этом рочнике, нахуй, да, в готике вот этой. Давно, а потом хуякс, начинаешь разнообразие. Типа, с одной стороны, это печально, что такой артист пропадает. Но я считаю, что вот чем больше разнообразия в творчестве, тем прикольней. Типа, особенно, когда ты миллион лет слышишь артиста на роке, а потом он хуякс и на фонг залетает. Это типа вообще, это же эмоции. Музыка должна приносить эмоции. И вот как раз это эмоции, типа, я охуел. Айко, In Space, полжизни делают рок. Я про то, что если ты лезешь на другой жанр, так делай так, чтобы было круто и не ломалась харизма. Ну, это как бы само собой, но я не слышу трек, типа, хуёво сделан. In Space, да, мне не нравится, но он мне и в роке не всегда нравится. Так что что тут говорить? Ну, непривычно их слышать. Непривычно их слышать тут. Для меня, вот, типа, конкретно по реализации, этот трек ничего особенного из себя не представляет вообще. То есть, просто нормальная, где-то даже скучная реализация, незамысловатого фонг-бита. Только припев меня зацепил максимум. Вот. Но с точки зрения явления, это прикольно, очень. То, что взяли и что-то новое хуйнули. Причем, ну, типа, я реально тоже думал, что Айка это не тот человек, который будет таким заниматься. И когда я говорил про развитие в творчестве, у меня не было мысль, типа, с рока уйти что-то, а какие-нибудь фишечки новенькие, что-нибудь такое хотелось бы в роке. Но я... Они... Бойся, короче, своих желаний не исполняются, нахуй. Вот, блядь, про что речь. Типа, интересно, меня не зацепило ничего, кроме припева здесь. Вот. Скучно сделано очень. Согласен. Я согласен. Да. Пять минут спейс, хватит байтить лазер Дима. Да хватит эту хуйню нести. Вот. Плюс еще In Space как-то мимо вообще, типа, и тут не удивил. Странно, но смело, очень смело, пиздец, конечно, смело, за это респект. Но поигрались, и можно в рок снова, да? Надеюсь. Надеюсь, это недалеко уйдет, и как бы ребята в рок вернутся, у них там охуенно. У Айка точно. Айка там, блядь, просто отец ебаный. In Space, не знаю, не фанат In Space, правда. Вот. Но... Это было смело. Спасибо. Вот. Идем дальше. Так, друзья, вот только второй релиз и уже ебанутые проблемы. Маптов, мне пора. Следующий релиз, который удалили с площадок из-за сэмпла. Это все приходилось выяснять. Трек я нихуя там не нашел, блять. В ВК потом искал, короче, нигде ничего не нашел. Но я считаю, что трек выходил, удалили его всего лишь из-за сэмпла, а не по желанию самого артиста. Поэтому я считаю, что надо его послушать, потому что он все равно рано или поздно выйдет. Официально он как бы уже выходил, по сути, да, то есть его тупо вернут. Поэтому можно с Ютуба глянуть, и если зайдет, то потом добавить. Вот, альбом, тогда мы добавим Кондачелло. Вот. Давайте смотреть, что это такое. Маптов очень часто дропает. Вот последние три пятницы он дропал, мы слушали с вами. Вот видите, да, я тут искал, но ВК я даже не нашел. Типа, вот в чем прикол, я нашел только на Ютубе. Вот, Маптов, получается, дропал... Так, это что-то... А, потому что VPN. Все, я понял. Ну, короче, Маптов каждую пятницу дропал, и...
Вот три трека набралось. Давай смотреть, что это такое. Надеюсь, это будет на уровне... На уровне, да, просто на уровне, окей. Слушаем, что это такое через YouTube. Очень маленький трек, минут 17. Так-то все нормально по звуку. Я не знаю, сука, ебаная жизнь, все идет по кругу. Ебаная фото в айфоне, я вижу, и сука, я снова за рулем. Не знаю, зачем мне так проще, эй, спасают меня эти бошки. Эй, я не могу идти больше, эй, но сука, осталось немножко, эй. Чуть-чуть, окей. Я, сука, прощай, мне пора уходи. Не вздумай меня задержать, разошлись все пути. Тебе похуй, где я, а мне похуй. Ну как будто нестандартный звучок для него. Похуй на мир, сори, мне пора идти. Сука, сорян, эй, сука, сорян. Окей. Неплохо. Окей. Бля, не знаю, что они будут сэмплом решать. Сэмпл тащит жестко. Этот сэмпл переюзан всей индустрии, странно, что удалили. Бля, странно. Странно, согласен? Да куда ты нахуй мне, чел? Все, угомонись, чел. Чел, угомонись, чел. Просто just chill, нахуй. Вот, прикольный этот счет, мне зашло. И как только выйдет, я добавлю. Да, очень правильно написал White Blade. Охуенный хрон, чисто поссать сходить. Точнее, блядь, не скажешь. Вот просто точнее не скажешь. Я поддерживаю тебя. Вот, но как бы это не совсем для него стандартный стиль, мне кажется, что на таком Jersey Club, да, если это можно, ну да, это Jersey, ну под такую, давайте буду говорить, под такую бочку он не писался. Выборочно иногда как-то замечают, удаляют треки мелкие, а у больших артистов не удаляют, хотя у них нет прав тоже. Да хуй знает, как это все работает, блядь, через жопу. Вот, мне зашло, сэмпл утащит. Реализовал неплохо. Единственный момент, действительно, хрон маленький. Не успеваешь полномеренно насладиться треком. Можно было какое-нибудь дальнейшее развитие более интересное придумать, что-нибудь там добавить. Был бы прям пиздатый целостный трек, но сейчас этой целостности не хватает, потому что, ну, хрон реально маленький, что только разгон вроде, вот только вошел во вкус, а уже все, конец. Это херово, поэтому трек вряд ли будет бороться за лучший среди сборника. Но он явно лучше, чем перелом. Поэтому пока что лидирует. Да. Мне зашло. Мало. Единственный момент. И не совсем тогда для него звучок. Хотя звучит он здесь прикольненько. У него тембр охуенно ложится на самом деле. Реально. В общем, классная работа. Мне зашло. Бля, вот мы послушали буквально минуты 4. Вот на все про все. А искали, блядь, 9 лет нахуй. 9 лет. Но мы идем дальше с вами. Такова жизнь. Не мы такие. Ждем, когда трачок дропнется. Если сэмпл удалится, будет уже проблематичней. Если не удалится, кайф. Да, посмотрим. Я там, если что, мнение какое-нибудь выскажу в ТГ, в Ютубе что-нибудь такое. Следите, короче, если вас вдруг интересует эта тема. Мы идем дальше с вами. Следующий трек. Кирюша не спал. Cold Carty. И как? Be a Mere Light. Все именно так. Слушаю этот трек из-за Cold Carty, потому что очень полюбил этого артиста, очень крутая эпишечка. Если я не ошибаюсь, он должен скоро альбом дропнуть, это круто, я прям вообще зарадовался. Реально, вот эту эпишку слушаю частенько, серьезно, прям под настроение хорошо заходит. Я рад, что познакомился с Cold Carty, очень крутой артист, типа что-то на уровне Crispy, наверное, для меня. Вот, типа Crispy и Cold Carty одни из сильных вот в таком направлении. Вот, а тут еще и два каких-то вот лично... Ну, типа, для меня незнакомых имен. Be a Mere Light. Так, ничего не видели мы? А, ну он, кстати, не первый раз Cold Carty фитует, да? Я понял. Хорошо, то есть не последний человек в его жизни. То же самое можно сказать про Кирюшу не спал, насколько я понимаю. Вот, так. Тони, Be a Mere Light. А, ну да. Да, вообще, я так понимаю, это не последние люди в жизни Cold Carty.
Поэтому вот в этот раз они впервые собрались втроем. Интересно, мы их еще не слушали, сейчас послушаем, на что они способны. Трек, как и оба предыдущих, набрал 6%, и это последний трек же 6%, остальные будут на 5%. Вот, X-Mind Memories — это Cold Carty у нас, в общем, все понятно. Что я жду? Ну, Cold Carty мастер, он может сделать круто. Что сделают ребята? Надеюсь, тоже круто. Хочется на это надеяться. Как будет на самом деле? Увидим. Увидим. Let's go. Смотрим. Слушаем. Облога прям вообще крутая, очень мне нравится. И судя по началу трека, вайб будет именно такой. Они тут втроем все. Окей, круто. Я на искреннем счастье. Говорю тебе все, что я думаю. Знаю, что поздно менять. Между нами есть дохуя общего, но еще есть города. И вокруг тишина. Глупые люди. Сюда снова нравится. Знаешь, мне, наверное, пора. Я буду говорить тебе о чувствах. Даже когда внутри все пусто, в этом я. Ты думала, что я влюбился. Ты была права, все именно так. Я буду плакать, когда грустно. Мне не нравится его вокал, к сожалению. Даже когда вокруг все смотрят на меня. Я настоящий в этом плюс мой, это плюс мой. Меня несложно. Давай, Cold Carty. Упаси бог, мы останемся навеки такими грустными. А жизнь из окон и любовь из образов, там мы просто отпустим. Мысли как люди с оружием, а я поднял руки, молча стал истины. Я не мог опустить их, ведь те, кто сейчас слушает, это я нужен. Самая добрая грусть, я самая нежная страсть. И годы прошло, до сих пор задаюсь вопросом, могу ли я снова упасть. Может быть, в этом уебанный плюс. Может быть, это не стоит терять. Может, когда-то я снова влюблюсь. Может быть, хотя бы раз не в тебя, блять. Вот ты сука. Я буду говорить тебе о чувствах. Но вообще звучит очень новичково от всех, блять. Это странно. Как будто трек фрешменов слушаю. Не могу идти с тобой дальше. Ты навсегда будешь самая лучшая. Я навсегда самая настоящая. Где я, с кем я, не важно. Где ты, с кем. Да это наши конкретно фрешмены лучше поют. С тобой вместе, это значит встретимся позже. Но Бимер Лайт неплохо. Прощался, говорю, до скорого. Ой, хорош. Говорю, не стоило. Я шаг, ты шаг, ну значит поровну. Знаешь как, это сносит голову. Больше хорош, никому, больше никогда. Не работай, это не работало. Сердце никому, типа из-за льда. Кто-то заберет, больше не отдаст. Базару нет. Ладно, хорош. Бля, ну разочарован, наверное. А, окей. Сейчас посчитаем, что там хотят нам донести. Вообще, гораздо лучше можно было это реализовать, я считаю. Кирюша не спал. Мне не понравился его вокал, честно говоря. У Cold Carty какой-то свидос всратый чуть-чуть. Не совсем, мне кажется, актуально. Beamer Light единственный, кто мне здесь зашел. Вот, причем это, ну, странно. Все именно так, это сингл участников творческого объединения Омерта 4200 с привычными строчками о любви. Это гимн открытости, где артист призывает проявлять настоящие чувства, плакать, когда грустно, быть уязвимым, даже когда смотрят. Окей. Ну, да, трек про это, возможно, но реализация мне не нравится вообще, если честно. Это будто попытались под жанр лоу-фай видос сделать немного. Да, вот, хорошая мысль, есть такое. Как будто реально попытались сделать это что-то более лоу-файным, но, блять, актуально ли это вообще? Стоило ли так делать? И нормально ли это исполнено? Вот, бля, вот охуенная мысль. Вот, да, хорош. Хорошо сказано. Но как будто не получилось, и своего рода небольшой такой эксперимент в таком случае, не совсем удавшийся, как по мне. Да. Немножко корявенький трек, могло быть лучше. Вот. Как-то так, ну, я разочарован, но у Cold Carty скоро выходит альбом. Я надеюсь, он будет по уровню этой эпишки. Потому что меня она зацепила. Жестко зацепила. Да. Ждем следующих треков, а пока что идем дальше. Да. Следующий трек это Second Hand и Freak Party.
Боль. Что у нас в Drop of Rick Party? Да, последнее время я вот говорил в предыдущем сборнике, что да, Freak Party тоже в последнее время любит поэкспериментировать. Ленинградский ночи котик на заводе. Но тут, уже судя по обложке, судя то, что это фит с Кентом, насколько я понимаю, это уже более знакомая история для Freak Party. И я думаю, что здесь не будет каких-то безумных экспериментов. Вот у меня такое ощущение. Но... О, Диснат Жарахова, респект. Где? А, это да. Это мы слушали, кстати. Угу. Вот так себе торчок, но тем не менее. Вот, давайте посмотрим, что это такое, что нам ребята предлагают. С этого трека мы начинаем слушать треки за 5%. Все следующие треки будут 5%. Ну, интересно посмотреть. Интересно посмотреть, как они будут работать, потому что я соскучился по дефолтному Freak Party, а то в последнее время он вообще ушел от своего стиля, и не сказать, что мне это нравится. Вот. Нас продолжение, у нас SPB Waves, но это мне уже ни о чем не говорит. Слушаем, что это такое? Окей. Прикольно. Окей, ладно, ладно, нормально. Хорошо. Судос специфичный. Это более грязный, что ли, чем обычный? Бля, ну что-то в этом есть. Бля, рабочая хуйня, не? Бля, мне нравится. Бля, Second Hand вообще хорош, он соло тут нахуй, бля. Ой, хорош, хорош, хорош. Хорош, да, последний припев. Хорош, умница. Бля, Second Hand соло нахуй. А, все, бля, ебать. Пролетел трек, пиздец, вообще пролетел жестко. Блевать от текста хочется. Ну, есть такое, текст, конечно, не лучший. Тем не менее, ебать вайбит меня. Меня ебануто вайбит. На этом есть какая-то идея. Прикольно. Бля, ну Freak Party вообще, чё, я не знаю. Ну, типа, один куплет с странным свидосом, предприпев, все, да? Тут чё, все остальное сделал Second Hand. Прям тайп, прям. Ты про текст или про что? Просто по звуку мне не кажется, что это ПМ. Если ты про текст, то я, ну, там не шарю, уже хуй с ним. Бля, прикольно, мне зашло. Мне зашло. Давайте питап глянем. Интересно работают, но Freak Party сомнительно, честно. Окей. Бля, спидап тоже рабочий, как будто. Но... Бля, ну есть какой-то вайп в спидапе, но оригинал тоже пиздатый.
Наверное, я не добавлю спидап. Ну, понятно, в общем, понятно. Бля, круто. Специфичный свидос, как будто работающий на трек. Прикольно, интересно сведено, бля, интересный трек с интересной обработочкой. Давящий понятной музыкой для фрикпати секонд-хенда, но основную всю работу, как я уже сказал, делает секонд-хенд. Фрикпати здесь, ну, чисто есть и есть. Не знаю, как вам. Наверное, я бы даже добавил в общий плейлист, но что думаете вы? Нужно ваше мнение. Что значит один из трех вариантов, чтобы послушать ваш трек? Типа три пишешь, и фан на свой вкус и башит. Нет, один из трех вариантов существующих, чтобы вот я сейчас послушал твой трек. Есть за донат, есть в качестве бесплатного заказа, есть за баллы. Вот, это один из трех вариантов. Нет, очевидно. Ну просто вот Вайблайду зашло, допустим. Насколько я понял. Вот. Квазар, если ты только зашел, как тебе трек? Да, цепляет, я согласен. Согласен. Бля, круто. Бля, мне прям зашло, знаете, нахуй я. Только сейчас понял, что мне прям зашло, пиздец. Хуистика, ёбаный твой рот, что ж ты делаешь, чел? Unlock. Хорошо и коммерчески звучит, но я не могу слушать такую зрейп-музыку. Я понимаю тебя. То есть, ну чисто, бля, короче, я хочу это добавить, правда. Во-первых, ну, курс может признать, что это, типа, хорошо и коммерчески сделано, просто ему вообще в целом он такие треки не слушает. Вот. Я думаю, что заказать забавы. Лучше трек Сими или лучше трек Дракила? Имх. Но ты смотри, просто если лучше трек с Револва, то его нельзя. Потому что с Револва уже мы слушали трек. Имей в виду. Вот. Мне, в принципе, жанр не нравится. Бля, ну а что здесь? Типа электроника обычная, долбежка, по сути. Я подряник Соник Юс, скажу звеном Бля, круто, пиздец, правда, очень круто, мне прям зашло. Хардстайл, да-да-да, хардстайл. Не, я добавлю, короче, похуй, типа, трек реально стоящий, мне прям зашло, пиздец. Ну, пока что в сборнике он очевидно лучший, никто настолько близко мне даже не нравился. Да, спасибо большое. Second Hand, так, может быть, пару треков следующих послушаем. Я подпишусь. Он как бы, по сути, не этот, не фрешмен. Но чтобы его некстреки не проебать, глянем, посмотрим, что он дальше будет делать. Вот. Спасибо. Я прям кайфанул. Но мы идем дальше. На очереди у нас два трека от Сими. Потому что вот он 23 августа дропал и 6 сентября вроде. Но сначала мы послушаем трек с Айсгергертом, Ultima. Как-то так это, наверное, называется. Айсгергерт что-то слышал, мелькает постоянно, что-то его где-то видел, но ничего мы у него не слушали, если я не ошибаюсь. Мы у него только вот тут слушали вроде что-то с бит сравнить какой-то, что ли, что-то такое. А, мы его слушали, то что, да, у Big Baby Tape, то что он бит сам у себя, короче, спиздил. Вот, да. Да, было дело. Короче, вот мы снова его видим уже на фите с Сими. Давайте смотреть, что он из себя представляет. По-моему, потому что у Тейпа он мне вроде не овер зашел. Поэтому будем сейчас смотреть. На продаже у нас 180 рефс и Rosie B. А, вообще впервые видим. Окей.
Хорошо. Так, трек TXC2. Кстати, первый я не слушал. Если вы хотите, чтобы я послушал, можете предлагать в комментариях. Если ваш комментарий наберет достаточное количество лайков, то с кайфом послушаю первый TXC. Вот. Предлагайте, я реально вообще с кайфом. Вот. Набрал 5%, как и Rap Game Hater, но Rap Game Hater чуть-чуть попозже, буквально в следующем. А сейчас послушаем это. Что это такое? Оба трека с TXC2. Ждем как бы второй альбомчик, да. Второй альбом, вторая глава. Все, слушаем. Много набрал относительно его последних релизов, кстати, стоит, я думаю, прояснить. Потому что если там «Ты танцуешь одна» охуенный трек, «Rap Game Hater» вот недавно вышел, но вот этот набрал именно больше всех. Все, слушаем. Окей. Вы слушаете Melon Music 199672. Окей. Я никогда не факался с фейками, никто не любит шагать по дерьму. Все мои строчки осадками едкими, они под звуком приходят на ум. Понял, что выбрал правильный путь, когда услышал свой трек под окном. Реальный токсик, сипа и ртуть, меня убьет лишь зазы патрон. Тебе не хватает веса, я тюнингован, я в обвесах. Больше свега, меньше стресса, больше кайфа от процесса. Мой флоу для повышения теста, листья в сумке, не хватает места. Некуда складывать, мне нужна бездна. Черные карты, черный ультима, мой баг не эконом. У меня не пинта, а целый гамм. Ой, это хорошо пошло. Мой металлолом притягивает домой радикалом. Ультима, ой, хорошо, ой-ой-ой-ой. У меня не пинта, а целый гамм. Бля, припев охуенный. Ты хочешь дыма от мяса, я бешеный, подойди ближе, давай без одежды. Общайся как Хоу, общайся как Стрэндж, не напрягая, пойму тебя. Нихуя ты делаешь? Я страдаю, поднимаю, рубль, манаты, тенге, сливаю на брата, на банду, на маму, на суку, на шмотки, в культуру и все забываю. Ха. Жизнь, секс, боль, кровь, трэп, вес, хардкор, дилеры, психи, убийцы, маньяки, слышь, сука, я бык, со мной злые собаки, шишки на бабке, мы делаем гол. Бля, Квазар согласен, да, полностью. Сын без отца, этот белый жестокий. Окей. Очень неплохо зачитал. Бля, скажи, что это разъёб? Всем чё, ТКСК 2, да, все верно. Вот, ТКС это техника, да понятное дело. Гергер только трап может хуячить 2К17 года про улицы. Не знаю, по технике мне понравилось, круто, и по харизме неплохо, прикольно чел. Чё-то в нём есть. Я так понимаю, он сейчас типа на... Бля, вот этот альбом почему-то много послушал. Тут Баста, Брута. Нихуя тут, так вообще тут нахуй все старички. Интересно. Кто делал бит? Делал бит 180 Refs и Rosie B. Что могу сказать? Я согласен с Квазаром, мне не хватило пиздеца. Реально. То есть, допустим, у них хороший харизма, они вывозят. Есть такой момент, что бит скучный. Его единственное развитие — это в припеве. До этого он идет ровно и скучно. И после этого тоже он идет ровно и скучно. Вот. Я считаю. Да и даже в самом припеве не сказать, что он ебет. Но есть и другая сторона этой монеты. Если бы тут были какие-то ебанутые басы, реально это был бы типа бразильский фонг, прям пиздец бразильский фонг, вывезли ли бы они это? Но какой фанк я должен быть пиздец без инструментального дропа? Но здесь бас неплохой в припеве. Хотелось бы больше чего-то подобного хотя бы. Вот про вот это речь, понимаешь? Услышал свой трек под окном. Реальность веса. Цесс. Мой флоу для повышения теста. Арты черный. Ультима мой бак не эконом. У меня не пинта, а целый галон. Вот это тан-тан-тан. Он и так играет как бы на заднем фоне. Возможно, его чуть-чуть на первый план поместить. Но вопрос другой. Было бы ли это... уместно? Не знаю. Ну, кстати, ладно. Я хочу сказать, что по поводу прям ровности бита я въебал говна. Смотрите, тут как бы есть какое-то развитие, подходящее к припевчику, да?
Все равно не цепляет. Просто не супер мощная драмка. Ну вот мы про это и говорим. Хотелось бы супер мощной драмки. Правда, потому что TXT 2, ну, вероятно, это должно быть что-то агрессивное. Надо переслушать. Давайте еще раз послушаем. Как хотите. Но только, ну, не с нуля, блядь. Да, Melon Music, да. Я никогда не факался с фейками, никто не любит шагать по дерьму. Все мои строчки осадками едкими, они под смогом приходят на ум. Понял, что выбрал правильный путь, когда услышал свой трек под окном. Реальный токсик, сипы, ртуть, меня убьет лишь сазы патрон. Тебе не хватает веса, я тюнингован, я в обвесах. Больше свега, меньше стресса, больше кайфа от процесса. Мой флоу... Бля, вот не цепляет вообще, я хуй знает. Вот пошло развитие по биту. Бочка. Круто, круто. Окей, вот тут началось что-то. Окей, тут что-то началось. Тут что, эров, бэков нету. Ну, есть А. Бля, вот, ну, кстати, чисто как вариант, за счет этого даже трек может казаться скучным. Реально, просто зачитали. Видно, просто зачитали. Да, то есть, возможно, на такой бит, который особо не выделяется, можно было его и заполнить. Пространство, да, просто... Короче, опять охуенное подмечение. Типа, пространство дали дохуя им на бите, но они им не воспользовались. Они не все пространство заполнили. Просто зачитали. Вот. Игры голосом нет, эйров нет, бэков нет, разнообразия нет. Ну, по сути, разнообразия нет, только смена флоу. У Гергерта что-то еще было, окей, у Гергерта что-то еще было, но и то. Короче, бля, ну проходняк. Проходняк, да, бит пиздец тайповый. Угу, факт. Мне не хватило мощности в бите. Это в целом скучно звучит. Да. Хотя бит старается какое-то развитие все-таки дать. Минимальное, но старается. Инструментальные дробы ёбнули, рев вместо припева лучше было бы. Бля, вот знаешь, если бы тут было просто два куплета этих ребят с охуевшим инструментальным дропом, не знаю, честно, добавили бы это. Потому что припев, это, наверное, единственное, что меня здесь прям цепляет. Прикольно. То есть мне бы тут чуть-чуть драмочку поярче, и я бы прям разъёбывался под припев. Вот, а так, интересно, вообще у них прикольный контраст, то есть прикольно они работают вместе. Хз, посмотрим, короче, что будет. Посмотрим, что будет дальше. Пока что я считаю этот трек не совсем рабочий и как будто немножечко халтурный. Немножечко халтурный. Да, мы идем дальше. Так, далеко мы уходить от Сими не будем. И это трек Rap Game Hater. Ебать, жесткое название. Окей, судя по продакшену, 180 ревс логи, вряд ли это какое-то будет жесткое отклонение от того, что мы сейчас послушали, но хотелось бы, наверное, реализацию получше, да, можно, пожалуйста. А, чел продил Rap Game Hater и Rap Game Hater демо. Респект, нахуй. С Будой было? Чего? Так, я хочу, если что, глянуть. Я что хочу глянуть, как эта темка выглядела. Ну окей, вышло в итоге без Буды. Я хочу послушать еще с Будой, что там будет. Ну ладно, окей, послушаем сейчас, что это такое. Короче, интересно, что это такое, почему вышло без Буды. Давайте смотреть. Короче, ну надеюсь, это лучше трека, которого мы только что послушали. Let's go. Полторы минуты в итоге всего вышло. Так, я не понял, а какого хуя тогда Буда вырезан? Что за хуйня? Изначально так планировался, как совместная работа с Будой. В день выхода песни Криша выложил сторис, который показал часть своего парта. Ага. Ага. Странно, очень странно, но имеем, что имеем. Слушаем. Let's go. Чел. По первому слогу там Foreign Way-чик, нахуй, вилончик залетел. Ёб твою мать. Ну-ка еще раз. Селя. Я в этом не каюсь. Они любят меня, и похуй, мне вообще не парюсь. Шайлон! Это цинь, с ухмылкой на хай. Чё-то вы все напряжённые, и это видно.
на бахаре. У них лишь образ на образе, неуверенность в голосе. Чё по рифмам дохуёво всё, МС просто хочет мороси. Семья с бабками слился. Ты чар, ты с бабками слился. МС трич, фламляем у риса. Какие тебе там сосуд кисы? Они трутся возле моих писок. Кулак да спойду, потом отвести ты перед. Бля, нихуя бы подача крутая. Эти бэнки куб, ты не трис, не кенды. Какие тебе дисы? МС загнался, схавал лисер. МС умер, схавал блистер. МС под сипкой выдал высер. Снял в тебе пневматический пистик. Я рад, что я это не ты. Русский рэп, я богатырь. Сваги много и богатырь. Убрал их с легкой руки. Бля, ритмика здесь пиздаче, чем в предыдущем треке. Это поинтереснее гораздо. Продолжайте в том же духе, это мелосклоп. Я ненавижу всю рэп-икру, и я в этом не каюсь. На кого отсылка, блять? Меня и похуй, мне вообще не парюсь. Смотрю на этот цинк с ухмылкой на харе. Чё-то вы все напряженные, и это видно по харе. Окей. Чё-то какой-то вайб форена у меня есть, но Сими погрубее голос, конечно. Бля, прикольный бит, очень интересная реализация, прикольно. Ну и хуйня в плане диса на других. Ну типа MC, ну тут все про MC, да, блядь, кей. MC просто хочет more C. Может на соду отсылка. Ага. Есть моя музыка теперь от социнформастера, да. Так, какой, блядь, друг Сими у Джибуда в треке лазерный? Он сколько раз так не делал только, нахуй. Вайб Джимба. О, Джимба, да. Угу. Есть момент Джимба тоже, да. Так, МС загнался, схавал лизер. МС умер, схавал блистер, МС под сипком выдал высер. Ну, клип типа тематические пистики, я рад, что я не ты, русский рэп, я богатырь, сваги много, я богатый, правил с легкой руки. Но тут как будто есть какие-то отсылки на людей разных. Вампиры, блядь, типа, людка, я вампир. Все может быть, нахуй. Так. Прикольно. Вампир 2 White Punk промо. Бля, может и на White Punk, ну вряд ли, блядь, чё. Нахуя пиздеть на White Punk? Вот правда, White Punk это... Какой дис на скале, если не связан с Меланами? Ну я понимаю, что ты не следишь, но если чё, Будда и Скали давно уже не общаются, и типа, ну, закончили общение на негативной ноте. Типа... С одной стороны, нахуя на Вайтпанка пиздеть? Я просто не понимаю, типа, Вайтпанк вообще, по-моему, никому в жизни ничего не сделал. Там только с Фароном у них какие-то были эти, блядь, траблы, но они и то разрешились. Сейчас бы следить за конфликтами. Я не слежу, я просто знаю, типа, и все. Вайтпанк нахуй никому не нужен. Я к тому, что, типа, ну, вот Вайтпанк это такой, как бы, человек делает свою музычку, не выебывается ни на кого, просто ебет музыкой, и все. Типа, он спокойный, вот, я не представляю, как на него можно выебываться, правда. Типа, ну, ему похуй просто на все. Чел делает свою работу. Делает ее качественно. Все. Вайпанк это, типа, ценный вообще человек в индустрии. Вот тот, кому реально похуй. Понимаете? Тот, кто пиздит, что ему похуй, ему не похуй. Панк, вот, он реально панк, бля. Ему похуй просто. Вот. Ну, тут не знаю. Кстати, на Диса, ну, хуй с ним. Типа, мне похуй, честно. Типа, на текст, вроде прикольно, есть интересные строчки, но в целом ничего, как бы, фактически нет. По звуку и по подаче гораздо интереснее трека Ultima. Мне не похуй на конфликты рэп-игры. Да, я шарю на них всех. Не, мне... Ну, мне не похуй, мне интересно это обсуждать, да. Я не спорю. Ну и не за все я шарю. Вот, ладно, короче, хуй с ним. Короче, это интересно выглядит. Бля, блог, кстати, тоже еще прикольно. Не, друзья, я шарю за конфликтами ру-рэпа. Типа, вы же даже, наверное, не знаете, что у Будды и обладает биф. Вы же, наверное, даже это не знаете. Леймы.
А еще NK крашит. Бля, все. Короче, обложка мне нравится. Обложка мне нравится. Да. Прикольный такой. С интересной подачей. Что-то приближенное к Джимбо, к Форену. Вот куда-то в такое, не знаю. Ну, Форен, типа, более грубый Форен, я бы сказал. Но и то, наверное, нет. Ну, Джимбо это более похоже. Но... Ну, реально интересно это сделано. То есть, по сравнению... Особенно на контрасте с предыдущим треком. На контрасте с предыдущим треком это особо... Особенно круче. Мне зашло. По поводу общего, бля, ну, наверное, все-таки нет. Причем, ну, нет, ну, вообще круто, мне нравится. Вообще мне нравится. Просто мне кажется, что вам не нравится. Давайте спрошу. Ну, давайте, типа, спрошу, окей. Ну, типа, ну, давайте, ну, типа, ну, давайте спрошу. Что ты нахуй несешь, чел? Бля, бит очень сильный, реализация интересная, круто. Я ненавижу всю рэп-кру, и я в этом не каюсь. Они любят меня, и похуй. Ну-ка, подожди. Не парюсь, смотрю на этот цинк. С ухмылкой на хай. Чё-то вы все напряжённые, и это видно по харе. Ну-ка, подожди. Я ненавижу всю рэп-кру, и я в этом не каюсь. Да, каюсь, там этот много дорожек. Каюсь, падаюсь, много дороже. Бля, прикольно, то есть здесь еще определенные вещи. Я еще услышал много бэков сейчас, даже в самом начале. Прикольно сделано. Это трек покачанный. Вот я говорю, да, предыдущий трек халтурный, блядь. Предыдущий трек пиздец халтурный. Вот тут это вообще не так. Тут это вообще не так. Ну, короче, я понял, вы не хотите. Ну, окей. С Токсика второго все равно что-нибудь добавим. Я думаю, что этот трек, если что, заиграет новыми красками в альбоме. Да. Да, посмотрим. Так, я хотел сказать, что на этом все, но нихуя подобного. Мы с вами идем дальше. Следующий трек Джарахов. Пасмурно. Давненько не было дропов, я прямо сейчас, кстати, зашел на карточку и офигел от одного, от одной темы, что трек, который, казалось бы, ну, в ТикТоке относительно хайпился, по крайней мере, у меня он постоянно мелькал, и в итоге вообще нихуя не набрал по прослушкам, какого хуя это так, я не совсем понял, но имеем, что имеем, базару ноль, все равно один из лучших его треков это «Среди серых облаков» в этом году, вот. Смотрим, что такое пасмурно, вероятно, какая-то поп-песенка, да, но если это хорошо реализовано, интересно, с крутыми ритмиками, то почему бы нет, то почему бы нет, вот. Королёв Глеб Александрович на продакшене, допустим, вот, ну, слушаем, что нам предлагает Эльдар Джарахов Казанфарович. Стало так пасмурно, я лягу спать засветло. А что так громко? Рядом с тобой Капа. Я будто бы в сказке, надеюсь, ты счастлива. Стало так пасмурно, я лягу спать засветло. Ты рвешь мою душу, я рву себе связки. Ты не дешевый дофамин, тебя так просто не достанешь. Легких собираю дым, чтобы на время лишь растаять. Никогда так не любил, ну и сама ты непростая. Мне всегда нравится. Кайфория, невесомость и зиндая. Ты это пару шагов до рая, и среди моих мутных дней ты чистое сознание. Надеюсь, полетаю с тобой, ты Италия. Нет, ты северное сияние. Я восхищаюсь тобой громко, пусть услышит весь мир. И глядя на тебя, я думаю, что не заслужил. Я снова еду к тебе ночью, наплевав на режим. Ведь ты та, с которой хочется связать свою жизнь. Мы не доживем до ста, но если появились, это неспроста. Я взял с собой билеты, лучшие места. Давай все повторим много лет спустя. Стало так пасмурно, я лягу спать за светло. Кстати, мне писали в комментариях, что они вообще встречаются, я охуел. Надеюсь, ты счастлива. Стало так пасмурно, я лягу спать за светло. Ты рвешь мою душу, я рву себе связки. Я инфантильный придурок, ты идеально во всем. Я самый жуткий кошмар, ты самый сладкий мой сон. Не верю в гороскоп, а ты помешана на нем. Я рак, ты скорпион, а я буду любить тебя всей душой.
К рассветам стучать тебе в окна, ночами буду лить холодным дождем. Снаружи, чтоб ты не промокла, это прикольно. Сохранить все, что я нашел. От запада и до востока я землю бы всю для тебя обошел. Чтоб ты не была одинока. Стало так пасмурно, я лягу спать засветло. Но рядом с тобою я будто бы в сказке. Надеюсь, ты счастлива. Okay. Стало так пасмурно, я лягу спать засветло. Прикольно. Ты рвешь мою душу, я рву себе связки. Хотя вначале я не привык к обработке, но вроде норм. Вроде норм. По обработке вроде норм. Но просто влюбился, трек записал, база. Окей. Интересно. Хорошо реализовано, но... Сказать, что прям ебануто цепляющее... У меня вайбы сериала «Кухня». Есть такое. Что норм, ты сейчас любой трек включишь, он покажется тусклым для тебя по сравнению с этим. Ты, подожди, ты. Нет, ты. Ты. Нет, подожди, что ты. Подожди. Нет, это все понятно. Нет, я про другое. Я просто одну тему не понял. Как? Не, вы поняли, да, про что речь? То есть мне тип пишет, что норм, ты сейчас любой трек включишь, он покажется тусклым, и следующим сообщением он пишет, ну просто норм, ровненький трек. Ладно. Так, а что не так? Все супер. Где ты противоречие увидел? Ладно, назад нет. Так, хорошо. На самом деле, наверное, я бы переслушал. Потому что вначале мне не понравилась обработка. В конце попривык. Мне до сих пор кажется, что как-то громко. Как-то... Стало так пасмурно, я лягу спать засветло. Да, как-то, блядь, как-то он странно, не знаю, обработан. Хуй знает, вообще, ну... Не скажешь, что мне нравится, правда. Странно он обработан. Чё, вот если предвзятые люди не отключили нахуй звук заранее, есть у вас что-то по свидосу сказать? Рядом с тобою я будто бы в сказке, надеюсь, ты счастлива. Стало так пасмурно, я лягу спать засветло. Ты рвешь мою душу, я рву себе связки. Ты не дешевый дофамин, тебя так просто не достанешь. Легких собираю дым, чтобы на время лишь растаять. Никогда так не любил. Ну и сама ты непростая. Ты наркотик, эйфория, невесомость, ты Зендая. Ты это пару шагов до рая. И среди моих... Недавно стоит, да, конечно, как будто демка. Ну вот, то есть мне не кажется. Мне не кажется. Действительно так и есть. Сознание. Какой эталонный свидос, чел, какой эталонный свидос? Какой эталонный свидос? Да просто исполнение ровное неинтересно. Нет, ну просто оно не так чисто звучит, как хотелось бы в этой попсе. Сияние. Не, исполнено нормально, мне нравится, как исполнено, мне не нравится именно вот обработка. Исполнено мне заебись нравится. Вот. Хрипловато, ну вот как будто... Не знаю, типа, мне не заходит такая обработка. Хотя, чисто, вот было бы это обработано более чисто как-то, я бы это добавил, потому что это красивый трек, пиздец, типа. И разнообразие хорошее, реализация вполне себе. Но вот, так как обработан вот так вот весь трек, я не могу это слушать. Мне не совсем, типа, кайфую. Ну вот,
А вот мне просто интересно, Ваткира, где типа инфа, то, что этот сводят люди там с академическим образованием? А есть клип типа? А нет, это не клип, нихуя. Ну, в общем, интересно. Был бы, вот, как по мне, сидос поприкольней. Ну, не поприкольней, а наоборот, как раз-таки пообычней. Вот. Вы поняли, почище, короче, блядь. Все, я уже заговариваюсь нахуй. Мне бы зашло. Но так, к сожалению, обработка мне не заходит, и поэтому unlock. Мы переходим к последнему треку на сегодня. Итак, последний трек в этом сборнике — это Кунзай и Love Me Хоу. Подпевали типа. Очень странное название. Очень странное название. Тем не менее, оно здесь есть. Кунзай и Love Me Хоу вроде бы не в первый раз вместе работают. Да, вот Споки Ноки, я буду ААА, охуенный трек. Угу. Вот, давайте смотреть, что дроп от Кунзай. Вот он меня в этом году радует не так, как в 23-м радовал. Вот, но есть интересные работы. Я буду ААА, допустим, да, вот это одна из самых ярких для меня. Вот, в 23-м, вот, я как бы мало с ним был знаком, но вот для тебя я Альтушка, типа, я пиздец репитил и до сих пор репичу. Вот, в 24-м, наверное, вот прям репичу, только я буду ААА. Вот прям репичу конкретно. Вот, поэтому смотрим, что нам в этот раз он предлагает. Кто не знает, это типа, ну, по сути, фрешмен, но не фрешмен, потому что он выбрался из фрешменов, потому что у него просушки нормальные. Он, типа, ну... Крутой чел. Вот. Но если вы его не знаете, то советую ознакомиться с творчеством, потому что прикольный чел. Вот, на продакшене сам Кунзай. Смотрим, что они тут вместе наделают, потому что работать вместе они умеют. Вот. Слушаем. Подпевали типа. Подпевали типа. Нихуя себе, окей. Нихуя себе идея крутая. Хорош. Бля, ебать ты крут. Ой, ебать, пошло. Бля, бит вообще разъёб. Такой, да, окей. Чисто угораю, кайф. Окей, хорошо, мне нравится. Ева, окей. Давай сипемся, прям как сказка, и зальемся в бухло. Накупим фанты, колы, спрайта и зальемся в бухло. Окей, бля, ебать. Я тут не сипу, не запиняйся за день. К утру все же будешь оставайся со мной. Обещаю, мы посмотрим себя. Ты как это тихо, вот ты ебал. Я запомню только твои глаза. Бля, молодцы, отработали охуенно. Про, если донешь випку, то только завтра. Ой, бля, развитие, нихуя, бля. Это тот Кунзай, которого я знаю. Пожалуйста. Круто, пиздец. Ну вот это тот Кунзай, которого я полюбил. Бля, мне нравится. Альтушка сильнее объективно заканчивает рэк. Но я не сказал, что Альтушка... прям, типа, я не похвалил Альтушку за то, что, типа, ебанутый трек. Я сказал, что в 23-м году для меня вот репитные треки были для тебя и Альтушка. Ну, просто объективно то, что я репитил дохуя. Вот. А в 24-м это только я буду ААА, я вот к чему. Не убивай тебя сильнее, чем это в три раза. Бля, мне вообще добавлен этот трек? Но я его не репитил, признаюсь честно, я его не помню. Даже если добавлен, не репитил.
Поэтому добавлен. Добавлен. Ну вот честно, не репитил, не помню, правда. Сори. Он не зашел, но он добавлен у меня, тем не менее. Чего добавляют треки, не слушают их. Бля, я не буду, типа, сотый раз объяснять, почему это так. Окей, если ты долбоеб, то ты просто долбоеб, как бы, что с тебя взять. А, я помню. Подожди. Что это было, блядь? Бля, прикольно, прикольно. Не помню этот трек почему-то. Когда он был дроп? Вообще, бля, прикиньте, не помню. Ну, что-то было, но... Странно. Ну-ка. 21 июня. Так это вообще недавно. Вайблэд, умоляем всем комьюнити Альтушку 3.0. Да, надо. Надо. Потому что Харс это не оно. Это не оно. Тут если что, 4000 из них мои кликов, кто не знает. Вот. Короче. Вот несмотря на то, что «Не убивай тебя», вот был такой трек, он мне не запомнился. Хотя сейчас слушаю, вроде круто. И я понимаю, что это, ну, не совсем тот Кунзай, которого я знаю. Сейчас я услышал вот того Кунзая, которого я полюбил, которого я знаю. Это типа энергия ебанутая вообще. Очень крутая энергия. Мне ебать зашло. Хочется больше такого. Прикольный угар. Очень живая песня. Отличное развитие. Хуяный дроп, да, вот реально хуйня для девок с тупорылым припевом, но рабочая, один хуй. Вот. Да. Спасибо, я кайфанул, наверное, один из лучших треков в сборнике. Либо Фрик Пати, либо Кунзай, буду думать. Общий, что думать? Что будет? Что думать? Что думать, что думать, что думать? Хорошо, гляну, Леончик. Добавляй, добавляй. Окей, давайте. Я тоже за. Я тоже думаю. Ни альтушка не добавляй. Да выебывайтесь когда-нибудь. Вот, так, плейлист рашменов мы его, к сожалению, добавить не можем. Печально, но таковы правила. Да, раньше могли. Какого хуя альтушка победила, когда Кунзай уже на тот момент имел какие-то прослушки? Я долбоеб, да, типа конченый идиот, да? То есть этот трек победил у нас в премиях. Но мог ли он вообще считаться? Он не мог, мне кажется, считаться. Ну, уже как бы хуй с ним, понятное дело. Ну ладно, на тот момент это все... Никакой системы не было, никаких правил не было придумано. Так что простительно. В этом году такого не будет. Да, я же правила эти придумал только в этом году. Хуй с ним. Хуй с ним. Трек все равно заслужен. Там все равно, типа, основной разъеб Вайблейд сделал, так что похуй. Вот. Короче, мы послушали все треки сборника, друзья. Да. Итак, мы послушали с вами все 8 треков, которые планировались на этом сборнике. Мы добавили с вами 1, 2, 3. 3 трека из 8? Что за хуйня? 3 трека из 8, а в общий 2. В общий добавили 2. Охуеть просто. Ладно, ладно. Вот, ну, в общем, сборник как бы не совсем удовлетворительный. Было очень много интересного музла на самом деле, но качество этого сборника чуть-чуть, ну, пока что худшее. Оно и понятно, мы слушали треки за 5,6% сегодня. Вот, но я почему-то уверен, что вот следующий сборник, последний сборник в эту пятницу, порадует больше. Там треков меньше, но я смотрю на эти имена, как будто я в них верю. Поэтому... Я жду вас на следующем сборнике. Да. Ну а на этом все.
Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, Discord. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.